Продолжаем неделю вкусных бутербродов, тостов и сэндвичей. Сегодня приготовим ароматный сэндвич с яичным салатом. Нам понадобится 8 кусков тостового хлеба с отрубями, 100 граммов твердого сыра, 1 огурец, 3 вареных яйца, 1 помидор, 3 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта, пучок зеленого лука, немного дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока. Подсушиваем хлеб на смазанной растительным маслом сковороде с одной стороны. Из помидора удаляем семечки, а мякоть мелко нарезаем. Яйца также мелко нарезаем. Яйца, помимо полезных веществ, содержат много холестерина. В сутки потребление холестерина не должно превышать 300 миллиграммов, а всего в одном яйце его содержится 200 миллиграммов. Значит, норма полтора яйца в день? Нет, потому что в яичном белке содержится и такая аминокислота, как лейцин, которая нейтрализует холестерин. И содержание ее тоже достаточно высоко. Так сколько же можно есть яиц? Ученые отвечают, здоровый человек может легко употреблять в пищу до 2 яиц в сутки, но при условии правильно сбалансированного общего рациона питания. С яйцами разобрались, готовим заправку. Смешиваем йогурт, горчицу, тертый чеснок, майонез, мелко порубленный зеленый лук, перец и соль по вкусу. Яйца и помидоры выкладываем в емкость, поливаем заправкой и перемешиваем. На неподсушенную сторону 4 кусочков хлеба кладем тонкие кружочки огурца, на огурец тонкие пластинки сыра. Сверху укладываем приготовленную яичную смесь, снова кусочек сыра и закрываем кусочком тостового хлеба. Слегка прижимаем, ставим в духовку и или микроволновку буквально на пару минут, чтобы сыр начал немного плавиться. Сэндвич с яичным салатом готов. Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака.